всех 10-й батальон, сам полиция Дерюшкин. Будет Лебедева, ваша документика. Водительская документа отмазана. Это первая встреча Людмилы Слоневской с инспекторами ГИБДД. Хотя за рулем девушка 3,5 года ежедневно возит маленького сына в детский сад. Обязательное условие поездки – наличие детского кресла. При резком торможении, как бы, не знаю, как будет ремень безопасности просто реагировать на маленького ребенка. Потому что ему еще 3 лет нет, он маленький. Инспекторы ГИБДД и представители управления по делам несовершеннолетних готовы подтвердить каждое слово мамы за рулем. Безопасность ребенка в автомобиле – ответственность взрослых. В этом году 6 детей пострадали в результате ДТП. В принципе, это не так много, кажется. Но для каждой семьи это, конечно, тяжелая трагедия. И, к сожалению, один ребенок, девочка, погибла. Главная цель профилактического мероприятия – напомнить родителям не только о правилах перевозки детей, а в целом о безопасном поведении юных участников дорожного движения вблизи проезжей части, а также при перемещении на велосипедах, самокатах, роликах, гироскутерах. Все пристегнуто, все хорошо у тебя? В автомобиле Оксана часто перевозит 2 детей. Сегодня старший в саду. Вместе с мамой в магазин отправился младший. Девушка признается, приучить ребенка ездить по правилам было несложно. Если без кресла они никуда не поедут, то они будут ездить в кресле. Подобные рейды инспекторы ГИБДД и представители управления по делам несовершеннолетних проводят регулярно. Результаты радуют. В целом результаты проверок водителей транспортных средств показывают на хорошие результаты. То есть в основном это водителями соблюдаются правила дорожного движения. Да? То есть дети перевозятся как надо, в детских удерживающих устройствах, пристегнутые. Ну, соответственно, требования безопасности соблюдаются в большинстве случаев. Инспекторы ГИБДД говорят, дисциплина водителей год от года растет. И во многом положительной статистике способствуют вот такие профилактические мероприятия. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».